Всех приветствую на канале. Уважаемые зрители и подписчики, с вами Дмитрий Флегонтов. Четверг, малая пятница. Сегодня мы будем с вами говорить о грязи, потому что весна ранняя, все тает. Ну, в принципе, весна у нас всю зиму, так что всю зиму почти вот так вот и было. И что я хочу в связи с этим вам показать? Конечно же, коврики. Конечно же, коврики Эва, которые я приобрел в магазине «Автомечта» по ссылке в описании. Вот. А вот здесь будет ссылка, как я их приобрел и ставил. Вот. Ну и давайте же посмотрим, что за 5000 произошло с этими ковриками. Мыл за этот период я их всего 2 раза. Последний раз в январе. То ли в середине, то ли в конце. Не помню. Есть видео. Итак. Выхожу из машины. И показываю вам, в каком состоянии у нас эти замечательные ковры. Вот, как видите, сыро, но сверху сухо, вся влага в ячейках. И знаете, друзья, какая особенность? Я их не вытряхивал ни разу за этот период. А знаете почему? То есть не убирал эту влагу, а потому что она испаряется. Она потихонечку сама испаряется. Вот в чем дело. А грязь, вот она там на дне ячеек, какая была. И вот вы знаете, если эту всю грязь вот собрать, и на обычный коврик, он весь будет измазан. А тут довольно-таки аккуратно это все и выглядит. Вот, вот эту влагу я ее сегодня нанес. Так, и давайте посмотрим вот под педалью газа. Вот немножко коврик продавился, но не истерся. То есть в этом плане тут тоже все хорошо. Давайте посмотрим с обратной стороны. А будет пылесосить, кстати. Не люблю, когда в машине даже такая грязь. Значит, смотрите. Липы надо приклеивать вот сюда вот, чтобы они не загибались. Я их вот так, ну, когда коврик фиксирую, вот так вот, раз, так вот, и все это прилипает. Вот. Там, кстати, липы нормально себя чувствуют. Ну и, в принципе, все сухо, то есть ничего не протекает нигде. Просили тоже это все показать, вот я показываю. Вот. Ну, а, кстати, да, под пяткой-то не показал. Ну, вот там, вот видите, тоже сухо. Ну, пойдемте пассажирский тогда еще посмотрим, в каком состоянии он находится. Передний имеется в виду. Давайте. Ну, здесь все значительно чище, потому что пассажиров практически не ездило. Так, чуть-чуть вот, видите, все сухо, немножко там в ячейках есть грязь, и все. То есть пока я их вытряхивать не планирую, лето, ближе к лету, короче, все это в порядок приведу, помою. А пока и так нормально выглядит, довольно-таки аккуратно. Ковши бы уже были. А вот сзади, кстати говоря, вот тут погрязнее. Пассажир в очень грязной обуви был. Вот, видите. Но можно протереть так вот тряпочкой. Сейчас, кстати, давайте это мы и сделаем. Чисто косметические меры. Тут вот погрязнее какая-то у меня. Вот это, по-моему.
То есть, вот смотрите, так вот, раз, так вот, сверху чисто так вот немножко стереть, и все, и уже лучше выглядит. Вот, то есть тоже, в принципе, все нормально. Трогать пока и не буду. Ну а в багажнике чистота. Тут моя рабочая обувь. И в принципе, да, по остальному все замечательно. И показывать нечего. Вот так вот поживают коврики Эва на автомобиле. А приобретении не пожалел. Вот, единственное, надо было мне с этими самыми, не посмотрел сразу, со штатными креплениями можно было приобрести там же. То есть вот они, клипсы тут вот вон, внизу, вон она. Вот, можно было вариант с ними. Ну ладно. В следующий раз. Ну а так, видите, то есть коврик не изнашивается. Выглядит аккуратно. Дополнительную дает шумоизоляцию, кстати говоря. Ну и просто приятно ноги держать на нем, потому что он мягкий. Вот. Вот так вот. И не сыро. Пятка не отсыревает, потому что вся вода в ячейках. Да, пока я доволен. 5000 коврики прошли. И замечательно себя зарекомендовали. А я поехал дальше делать свои дела. Вернулся и продолжу. Давайте дальше, значит, раз про грязь мы говорим, то надо по полной программе. Дополнительную контур уплотнения капота продемонстрирую. Что же там у нас получилось? Не мыл ничего с тех времен. Давайте посмотрим. Итак, в общем, вот, напоминаю, вот этот контур я установил, то есть вот он здесь вот опирается, защищает от дальнейшего проникновения грязи. Ну и, собственно, а вот это штатный. Вот он, штатный. Тут, видите, немножко через него забрызгивает. А вот это я дополнил, чтобы вот на этот механизм, на механизм замка, чтобы поменьше грязи летело. Вот. Ну, в принципе, пыль здесь больше. Забрызгало вот это. Вот это оттуда, снизу, из-под защиты. А так вот везде достаточно чисто, я бы сказал. Без этого контура здесь все бы было уже все грязное. А так сухо и приятно. Вот вам все показываю. Блок ESP. Расширительный бачок, трубы, трубопроводы кондиционера, опора двигателя. Ну вот видите, все достаточно чистое, поэтому закрываем капот, и порядок наведу я там. Ну, ближе к лету, когда подсохнет немножко на улице. Вот. Ну что, на этом закругляюсь. На сегодня все. Всем пока. И до новых встреч на канале. Все вот эти вот улучшения абсолютно себя оправдали. Все, удачи!